Последние исследования экологические, что нам говорят? Что холщовые сумки тоут тоже плохая вещь. Оказывается, что один человек может накупить себе до 100 этих сумок и не сдать в переработку. То есть они опять тоже плохие. Ну, суть такова, что любые одноразовые вещи – это плохо. И люди опять возвращаются к чему? К сумке-шопперу, как она была даже до изобретения крафт-бумаги в магазинах. В 2007 году Анна Хиндмарч подхватывает эту идею и делает свою знаковую сумку, которую просто смели все знаменитости, под названием «I am not a plastic bag». Но после последних событий, после выпуска газеты «The Times», расследования, что вот эти сумки засирают нашу планету, она переделала свою сумку из «I am not a plastic bag» в «I am plastic bag». А все почему? Потому что пластик лучше перерабатывается, чем текстиль. Вот и все. Ну что, подытожим весь наш рассказ. Мы начали с того, что у людей были обычные сумки, в которых они носили свои продукты. Потом они заленились, начали пользоваться одноразовым. Сначала крафт-бумагой, конвертом, пакетом. Потом был изобретен пластиковый пакет. И дальше мы обратно вернулись к нашей вот этой первой сумке. То есть мораль какая? Лучше пользоваться многоразовыми вещами, чем одноразовыми. И не покупать по 5-10 копий одних и тех же вещей, просто потому что это наш модный атрибут. Вот.